любопытная Ева. Всем привет, с вами Любопытная Ева. Сегодня мы узнаем, кто же написал рассказ «Три толстяка». Поехали. Какой был твой первый поцелуй? У меня его еще не было. Ой, ну тогда все еще впереди. Почему раскраски для успокаивания нервов тратят их еще больше? Ну, потому что ты выходишь из края, и тебе начинает это бесить. Бесить. Понимаешь математику? Ну да. Смотри, ну. Это есть у слова, у растения и у уравнения. Корень уравнения? Да. Смотри, у альбиносов везде белые волосы? Ну да. Какой самый бесполезный подарок тебе дарили? Не знаю, вроде бы все подарки мне были полезны. Классно. Фотошопишь свои фотки? Ну нет, только если добавляю эффекты разные. Правильно. Кто написал рассказ «Три толстяка»? О, все, поплыли. Юрий, Олеша, ты когда-нибудь верила в гороскопы? Нет. Шапка с помпоном или без? Без, наверное. Красилась маминой косметикой? Да. Смогла бы работать доставщиком еды? Да. На какой концерт звезды ты уже ходила? На Нантиван. Какой был твой первый поцелуй? Его не было. Не было? Хорошо. Почему раскраски для успокаивания нервов тратят их еще больше? Потому что если ты выходишь за какие-то границы, какие-то цвета у тебя не так подходят, то это тебя начинает раздражать. Понимаешь математику? Так себе. Так себе. Смотри, это есть у слова, у растения и у уравнения. Ой, правильно. Что лучше, черепаха или лягушка? Черепашка. У альбиносов везде белые волосы? Я думаю, да. Какой самый бесполезный подарок тебе дарили? Магнитик. Фотошопишь свои фотки? Нет. Кто написал рассказ «Три толстяка»? Я что-то там слышала. По-моему... Онегин. Ленин? Нет. Кто? Онегин, нет. А, Онегин, хорошо, хорошо. Я предлагаю это оставить. Ты когда-нибудь верила в гороскопы? Нет. Шапка с помпоном или без? Без. Красилась маминой косметикой? Конечно. Смогла бы работать доставщиком еды? Да. Да? На концерт какой звезды ты ходила уже? 91. Какой был ваш первый поцелуй? Первый поцелуй? Ну, это далекие 55-е годы. Ух ты! В 9-10 классе учился в те времена. А какой он был? Все бывало в наше время такого, как сейчас, не было. Это, ну, танцы по пятницам и субботам. Вот на этих мероприятиях мы знакомы с девчонками. И целовались. Математику понимаете? Очень слабо. Очень слабо, да? У меня пение, рисование, физкультура. Что лучше, лягушка или черепаха? Что лучше? Да. Черепаха, наверное, лучше для меня. Лягушку я боюсь. Они какие-то мерзлые. Мерзлые. А какой вам самый бесполезный дарили подарок? Бесполезный? Да. Ну, я не могу вспомнить. Вообще-то дарили, которые я сразу не воспринимал. Но, конечно, делал вид, что они мне нравятся. Главное вид сделать, да? Ну, потом, впоследствии, я передаривал кому-то. Знакомая ситуация. Да. Вы когда-нибудь верили в гороскопы? В гороскопы я не верю. Так же я безбожный человек. Ух. Серьезно? Да. Не верю никакие аллахи. Я верю в судьбу. Я тоже в судьбу верю. Такой странный вопрос. Вы когда были маленьким, вы красились маминой косметикой? Нет. Нет, ну, ни разу? У нас не только я, мои сестры эти вещи не знали. Вы можете сейчас дать совет подрастающему поколению? Ну, как же совет? Я вообще-то не советчик, я
прежде чем кому-то дать советы, я вначале сам думаю, а стоит мне давать советы? Умный ли такой до того, чтобы советы давать? Ну, конечно, я молодежи желаю процветания, чтобы они были обязательно грамотными. Вот этот, наверное, совет будет. Чтобы они читали книги настоящие. Именно книги, да? Да. Какой был твой первый поцелуй? Мой первый поцелуй был неожиданный. Такой приятный. Приятный, да. Не мокрый, да? Нет. Хорошо. Почему раскраски для успокаивания нервов тратят их еще больше? Ну, если честно, я так не считаю. Я думаю, то, что это зависит от характера самого человека. И я сама не очень люблю рисовать, но при этом такие раскраски меня саму успокаивают. Понимаешь математику? Да. Молодец. Смотри, это есть у уравнения, у растения и у слова. У слова? Да, у слова. Знак? Не знаю. Еще? Предположение? Корень. Правильно, молодец. Чему равно число пи? 3,14. Молодец. Что лучше, черепаха или лягушка? В смысле лучше? Ну, кого бы ты выбрала? Черепаху. У альбиносов везде белые волосы? Да. Какой самый бесполезный подарок тебе дарили? Ну, на самом деле, я не считаю, что подарки бесполезны. Даже если они мне не нужны, я все равно их храню как память. Фотошопишь свои фотки? Да. Зато честно, кто написал рассказ «Три толстяка»? Не помню. Когда-нибудь верила в гороскопы? Да. Шапка с помпоном или без? Без. Красилась в детстве маминой косметикой? Конечно. Смогла бы работать доставщиком еды? Да. И на концерт какой звезды ты ходила уже? Я ходила на Мота. О, круто. Скруджа. Угу. И Айовы. Я очень рада сегодняшним выпуском, потому что мы сегодня узнали то, что все-таки «Три толстяка» написал у нас Евгений Онегин. Как всегда, мы понимаем то, что у нас очень хорошо дети учатся в школе. Но на самом деле образование в школе даже не так важно, как само общение в школе, потому что социализация – это очень важно. Мне кажется, все в школу ходили для того, чтобы просто пообщаться с друзьями, там, сходить в столовку, все дела. Ну что ж, с вами была Любопытная Ева. Всем пока, всем удачи! Любопытная Ева. Ева. Любопытная Ева.